Дорогие братья и сестры, от всей души мы поздравляем вас с Лазаревой субботой и с завтрашним праздником, со входом Господним в Иерусалим. Примите от нас поздравления все. И сегодня еще интересная дата у нас. Мы 11 лет назад познакомились с моей замечательной супругой. А как это было? Значит, я ехал в храм в субботу на автобусе. Вербная суббота. Вот, ехал, значит, ну, стоял там, держался за поручень. И так что-то на какой-то кочке раз так глаза смотрю. И увидел впереди на передней площадке стоит невероятной красоты девушка. Вот, естественно, когда мы вышли. А я, по-моему, даже еще до того, как вышел, подошел сразу, познакомился с ней. Ну и мы вместе уже пошли в храм. Так что еще раз всех с праздником. Дорогие братья и сестры, подписчики и гости наших каналов, ресурсов всяких. Сегодня мы сердечно поздравляем с высокоторжественным праздником входа Господня в Иерусалим. Что хотелось бы подчеркнуть из этого праздника, то есть повествование гласит, что когда Христос заезжал в Иерусалим, Он заезжал в простоте, не на коне, как царь, без всякого войска. Он заезжал на осле, на молодом. Рядом шли ученики, множество народа встречало, и резали пальмовые ветви, одежды постилали, и бегали рядом ребятишки, кричали «Осанна сыну Давидову!». То есть вот мы можем взять для себя то, что те дети еврейские, и не только народ, как они чистым сердцем приняли Христа, вот так же и мы должны сегодня тоже принять в простоте Господа нашего Иисуса Христа свое сердце, вот, и восклицать Ему «Осанна сыну Давидову!». Всех еще раз с праздником. Каждый год Пасха у нас в разные дни. В этом году 2 мая, вот сейчас 25 апреля, вот у нас озеро уже, ну как бы лед тронулся, что ли, можно сказать. Вот еще на середине лед есть, но с края уже все растаяло. То есть уже не пройдешь. Вот еще немножко и озеро, так скажем, оживет. Всего хорошего вам, души спасения, мира и любви.